Чарующий и бодрящий аромат никогда не покидает мастерскую бакинской художницы Эльвины Керим. Все эти работы написаны натуральным кофе. Как ни удивительно, но их автор вовсе не из числа любителей столь популярного сегодня напитка. Я работаю с кофе уже 5 лет. Вначале я просто наносила его на листы, чтобы добиться эффекта состаривания бумаги. Кофе тогда стал трендом, все вокруг начали пить кофе. Но я не очень люблю этот напиток и поэтому решила использовать его в живописи. Художница начала работу над монохромными рисунками, где единственной возможностью раскрыть идею на холсте было использование различных оттенков кофе. Однако вскоре в работах появились и яркие акценты. Меня вдохновляет кофе. В принципе, это не так сложно, как может показаться. Тот, кто умеет работать с акварелью, сможет освоить и технику работы с кофе. Основная сложность в том, что темные участки кофе невозможно осветлить с помощью воды, как это бывает с красками. Нужно уделять большое внимание количеству воды. Сначала для меня было важно работать только с кофе, но потом я решила, почему бы не попробовать сочетать кофе с другими цветами. Для этих целей я использую обычную акварель и акрил. Больше всего в коллекции портретов. Художница начинала именно с них, но есть работы, выполненные и в других жанрах. Техника набирает популярность, и художницы все чаще обращаются за заказами. Девушка, в свою очередь, ищет все новые темы для воплощения в кофе-живописи. Медина Гурбанова, Лейла Курбанова, Али Сурхайоглу, CBC.